что очень интересно, за кого так болеют болельщики на трибунах. Заплыли у нас 8 спортсменов и представители 8 городов. Сочи, Новотроицк, Челябинск, Волгоград, Октябрьский, Казань, Туймазы, Воронеж. Возможно, Волгоград так и кричит своим спортсменам на трибунах. Почему этим они всегда отвечают на соревнованиях? Вперед у нас вырывает спортсмен по четвертой дорожке. Это Роман Дрынкин, как раз представитель города Волгограда, воспитанник спортивной школы номер 13.